У нас зараз настільки цікавий гість, що ми навіть вже не втрималися, вже просто зав'язали розмову. От що ми робимо? Ми собі взяли за мету робити кожний наш ефір максимально для вас корисним, з приємною і корисною інформацією, яка допоможе вам підкорювати світ. Отже, шановні, Віталій Лубінець, я вам дуже дякую, що ви сьогодні розпочинаєте ранок своєї компанії. Це директор громадської організації Win-Win Club і підприємець, у якого майже 15 років досвіду. Більше 15, більше 15 немножко, років, да, досвіду. Віталій, давайте почнемо з того Win-Win Club. Розкажіть, так, будь ласка, про нього докладніше. Win-Win Club – це сообщество предпринимателей. Это как раз вот то комьюнити, где предприниматели объединяются воедино и пытаются решить те сложности или проблемы в бизнесе, которые им сложно решить самостоятельно. Так. Где-то это систематизация процессов, где-то это помощь в решении проблемных вопросов, где-то это обучение. Ну, то есть это, скажем, клуб по интересам, только предприниматели уже, слава богу, дорастают до того, что они собираются вместе и решают какие-то вопросы вместе. Так, якщо я вас правильно зрозумів, тобто виходить, якщо у мене там є підприємство, так, велике, ну, у мене там, ну, давайте 50 мільйонів в місяць чи в рік. От, давайте в місяць. І у мене є якісь певні складнощі з тим, як би оптимізувати правильно виробництво, то я можу долучитися до клубу, і там я знайду рішення. Точно, да. Ви хорошу планку взяли 50 мільйонів в місяць, тому що, к сожалению, у нас дуже багато, скажем так, бизнеса, который только-только-только стремится еще. Предпринимательство как таковое, оно в Украине еще находится на стадии формирования, что ли. И средний товарооборот малого бизнеса сейчас это там 10-15 миллионов гривен годовой. Поэтому это только-только начинается все. Понятное дело, что есть средний бизнес, большой бизнес. Они уже немножко убежали вперед. Но, тем не менее, малого бизнеса очень много. Это круто, что он появляется. И клуб помогает как раз малому и среднему бизнесу становиться больше, развиваться быстрее и решать какие-то вопросы, которые человек сам, знаете, он пока сам в своем бизнесе, он в своей коробочке. Так. Он знает, как управлять, пытается управлять своей командой, он пытается искать какой-то вектор развития. Но в перспективе, общаясь с такими же людьми, смотря их опыт, изучая их путь, он может делать какие-то решения гораздо быстрее и двигаться в своем бизнесе тоже быстрее. Угу. А тобто ви зараз мали на увазі, що підприємництво розвивається, це саме малий бізнес? Малый и средний, да, скажем так, ну больше малого бизнеса, действительно, да, все, что касается там до 50, до 70 миллионов гривен годового товарооборота. Угу. Поэтому это все-таки малый бизнес. А як ви вважаєте, от є така думка, що от малому і середньому бізнесу в Україні максимально тяжко, от викручують усе? Здесь и да, и нет. Угу. Потому что, с одной стороны, это сложно, и сложно не потому, что условия сложные. Угу. Как бы не хотелось так плохо сказать, чтобы меня потом люди не любили в кадре, у нас довольно предприниматели, они немножко ленивые. Опа, неочікуваний розвиток подій. Так. Они ленивые немножко, потому что многие люди не хотят учиться. Угу. И в этом есть основная сложность. Сейчас круто, что в Украине огромное количество институтов, непосредственно институтов бизнеса. Угу. Да, там и Киево-Могилянка, и МИМы, и всякие. Ну, то есть, угу, правда, много школ, где можно поучиться бизнесу. Но у нас же как, знаете, я же самый умный в комнате. Ну, на жаль, бывает. Да, да. Поэтому они, ну, как бы мы привыкли проходить все на своем опыте, через свои сложности. Мы не умеем учиться на чужих ошибках, например, или на чужом опыте. А те ребята, которые действительно идут строить свой путь через обучение, они гораздо быстрее двигаются. И в этом плане становится сильно легче. С другой стороны, у нас в Украине огромное количество возможностей, тех, которых нет за рубежом. Ну, то есть, я имею в виду, хоть одну страну в мире покажите, где можно открыть одну товку и 35 ФОПов, условно говоря, и работать нормально через эту историю. Так. У нас в Украине пока это все систематизируется, пока это все еще выходит на какой-то определенный уровень, все-таки возможностей здесь много. И ниш много. Потому что мы часто обсуждаем, ну, какое бы новое направление можно было бы открыть. И есть такая простая какая-то возможность, знаете, пойдите в эпицентр банально, походите, посмотрите, чего Украина не производит, и попробуйте в этой нише занять свою позицию какую-то. Так, це ми вже обережненько підійшли до лайфхаків, наскільки я розумію. Да, это потихонечку мы подбираемся. Поэтому я все же топлю за то, что возможностей много, нужно просто вот, ну, как бы уметь их видеть. Уметь находить, уметь видеть, и потом потихоньку-потихонечку пытаться их внедрять в жизнь, и точно будет получаться. Тобто підприємницька діяльність – це перш за все про ідею? Начинается все с идеи, но сам путь предпринимателя я бы разделил на две части, знаете. Сначала, когда человек все-таки решает быть предпринимателем, он основывается на идее, основывается на энергии, вот на его запале существует бизнес. Так.
Это проходит очень короткий период времени, год-два, наверное. После этого этот бизнес, который он паровозит условно, его нужно ставить на рельсы. Нужно внедрять систему, нужно внедрять алгоритмы, нужно внедрять логику бизнеса определенно, назначать руководящие позиции. И вот переход на второй шаг мы пока еще учимся делать. Вообще, в принципе, предприниматели в Украине, они учатся делать. Я перепрошую, це як ставити бізнес на колію? Абсолютно, да, да. Вот правильно надо научиться его ставить, потому что я всегда сравниваю это с огнем определенным, да? Вот предприниматель – это свечка. Так. Вот он загорелся, и он ярко горит. Первый год, второй год он горит. В какой-то момент, если он не поставит это на рельсы, его энергии не хватит, и он потухнет. Соответственно, мы точно видим в Украине много кейсов, когда бизнес выстрелил, а потом... А вот COVID, а не получилось, вот все закрылось. Или там, а вот какие-то еще обстоятельства, и пришлось закрыться. Вопрос не в обстоятельствах вовне. Вопрос непосредственно в подходе человека, который это делает. То есть если он понимает, какое развитие у него будет через год, через два, какую систему он будет выстраивать, какая логика и структура его компании должна быть, к чему стремиться, ему не будут важны внешние факторы. Они будут влиять, но не так сильно, не пагубно для бизнеса. Так, тут у меня одразу народжуються два запитання. Перше, це підприємницька діяльність, вона повинна мати перспективу на декілька років вперед, якщо я правильно зрозумів вас. Точно. Начиная бизнес, вы должны понимать, куда вы идете. Знаете, как у корабля. Когда вы выходите из пункта А, вы должны понимать, какой пункт Б. Потому что если вы его не понимаете, вы точно не придете к нему никогда. Ну, то есть у вас просто весь путь, это будет просто путем определенным, да, без конечной точки действия. Здесь вы должны понимать, в любом бизнесе на моменте входа вы должны понимать сразу точку выхода. То есть вы создаете бизнес для того, чтобы... Заработать денег, например, в ближайшей перспективе, создать какую-то сильную команду. Что вы будете делать потом с этим бизнесом? Вы его продадите кому-то. Вы выйдете из него, там, я не знаю, там, просто похоронив этот бизнес, например. Либо это просто ваш такой определенный какой-то хобби. Ну, то есть обязательно, чем это должно закончиться? На моменте старта это продумывать. А на вашу от экспертную думку, на скільки років от рентабельніше за все планувати підприємництво? Раньше стратегии и планирование делались там 3-5 лет. Я сейчас в это не сильно верю на самом деле. Да, вы точно обязательно должны понимать, что будет там, ну, чего вы хотите видеть через 5 лет. Но сейчас планирование там в своих компаниях мы проводим полгода-год максимум. Сильно быстро меняется рынок, сильно быстро меняются обстоятельства вовне. И планирование, которое там на 5 лет изначально сделано, оно может быть просто неактуальным уже через год. Так, давайте перейдемо також до лайфхаків. Коли от людина вирішила почати бізнес свій власний, так, коли вона планує. Тобто ми зараз зрозуміли, що краще планувати не на 5 років, ну, на рік, так, ну, умовно. Да, хоча б, да. На вашу думку, які основні фактори повинна людина врахувати на початковому етапі? В моменті створення бізнесу? Так. Перше, да, правильно уметь оцінити ринок. Если у вас есть какая-то класна ідея, ви придумали, що ви хочете, я не знаю, там, производити кружки, наприклад, да? Вы должны понимать, в какой рынок вы с этими кружками выходите. То есть какой... Чітко розуміти сектор. Абсолютно, да. Что в этом рынке уже есть? В чем ваше уникальное торговое предложение? Да, вот так называемое УТП. Потому что не имея его, люди потом разочаровываются сильно. Они думают, о, у меня же самая крутая кружка. Так. Он же пообщался со всеми своими родственниками, семьей, и ему, чтобы его не обидеть, сказали, да, друг, у тебя самая крутая кружка. Но в моменте... На них думку можно зважати, але... Ну, это не экспертное мнение. Так. Это не экспертное мнение, к сожалению. Да, потому что вовне есть рынок, который, как правило, когда вы выходите в продукт, с продуктом в рынок, рынок вам дает по шапке и говорит, ага, а вот тут ты не досмотрел, не дочитал, не доизучал. Сейчас огромное количество аналитических сервисов каких-то, да, там, импортно-экспортных баз, что можно посмотреть, что ввозится, в каком количестве продается. И искать тот сектор, где действительно есть такая возможность. Деньги надо брать там, где они есть, на самом деле, да. Так. Потому что когда за маленький пирог, например, там, условно, тех же кружек, уже воюют там 15, 20, 30 компаний, причем что там половина из них просто привозит это все из Китая, например, да, сложно быть конкурентоспособным здесь и выдерживать какую-то определенную там стоимость там, и не быть хотя бы в минус по себестоимости в этой всей истории. Поэтому от идеи начинаем анализировать рынок, смотрим, куда мы выходим, с каким продуктом, в чем наш продукт лучше и какую проблему он для рынка решает. Так. Потому что если он не решает никакой проблемы, к сожалению, надеяться на то, что этот продукт выстрелит и ваш бизнес полетит, это, ну, немножко глупо будет. Тобто справа повинна бути корисна для ринку. Абсолютно. Абсолютно. Для ринку и для потребителей мы должны своим бизнесом решать какую-то их проблему. Потому что
Сейчас мир развивается, правда, очень быстро. Люди супер экономят свое время. Uh-huh. И, в принципе, любое решение, любая покупка, любой заказ услуги, uh-huh. все что угодно, что мы делаем, потребитель, да, он делает для того, чтобы сэкономить себе время, чтобы сделать это быстрее, комфортнее и не заморачиваться максимально. Вот если ваш бизнес эту проблему решает, круто, вы побежите. Так, шановні глядачі, я вам зараз просто раджу листочок і ручку не випускати з рук. Переходимо з вами також до важливого моменту. От класно, що ви згадали про пандемію. Вона внесла корективи у все наше життя, і от багато бізнесів закрилося, да. а багато примножили статки. Точно. На вашу думку, це з чим пов'язано? З умінням швидко адаптуватися. Вот у предпринимателей, да, есть два важных ключевых фактора у предпринимателя. Первый – это постоянная заинтересованность. Так. Человек должен все время расти, все время развиваться, все время искать что-то новое, изучать что-то новое. То есть нельзя стоять на месте. Так. Это первый. Второй момент – это адаптация. Угу. То есть адаптация к рынку. Если я просто был свидетелем многих бизнесов, которые закрывались, uh-huh. и слава богу, у нас в клубе не было ни одного такого, который не прошел эту uh-huh. пандемию, да. Но тем не менее, люди не готовы были принимать быстро решения какие-то кардинальные и менять свой бизнес в другом векторе. У них был налаженный какой-то путь, они по нему шли, тут оп, пандемия, все стало. Они не готовы были и не понимали даже, а как можно перестроить бизнес. Но в моменте, когда они начали об этом думать, бизнес уже очень быстро угасал. Поэтому вот такие вещи надо пытаться предусмотреть заранее, потому что у меня даже есть много знакомых, которые, не зная о том, что будет пандемия, условно говоря, там, они свои бизнесы еще там, с 2020 года начинали переводить в онлайн-режимы полностью, удаленная работа. И когда пандемия случилась, для них это была не новость. Ну окей, переходим на удаленку, поехали на удаленку. Тобто вони настільки заглянули вперед, чи, можливо, це була інсайдерська інформація? Я не думаю, що інсайдерська інформація у кого-то, в принципі, була, разве що там це треба було лично договоритися з китайцями, які поїли там якихось цих животних. Я уявляю. Ну, в принципі, я не виключаю, що таке теж було на світовій арені. Не исключено, да, на самом деле. Но опять же, сейчас мы все увидели, что да, там коронакризис это там один из суперэффективных таких суперэффективной возможности в один момент закрыть всех дома, да, там, так. в мировом формате. Ну, скорее всего, мы можем предположить, что если этот инструмент очень эффективен оказался, то, наверное, ним будут пользоваться и в дальнейшем. Так. Кто-то, кому это будет выгодно. Соответственно, мы должны уметь свой бизнес подстроить таким образом, чтобы он минимально на нас влиял. У меня есть бизнес, например, который связан непосредственно с услугами, это ивент-компания. Ивент-бизнес там в начале 20-го, да, там в 21-м году. Он дуже просив, до речі. Очень сильно. Этот рынок почти там на 90% упал. И понятное дело, что его очень сложно адаптировать как-то. Но предприниматель, это же история про... Почему я говорю на моменте входа, думая о выходе? Так. Потому что предприниматель – это образ жизни. Когда у тебя есть один бизнес, который начинает угасать, и ты понимаешь, что ты в моменте ничего не можешь с ним сделать, ты начинаешь искать дополнительные решения. Либо это прикрутка к этому бизнесу определенная, по типу там онлайн-студии мы сделали, одну классную онлайн-студию. У нас один из проектов есть, это фотостудия «Пандора». Так. И вот мы на базе фотостудии «Пандора» сделали онлайн-студию. Студия для конференций, для всего, что переходит в онлайн, потому что и аграрии, и медики начали сразу же проводить много онлайн-мероприятий. Так. Класс, мы дали им решение. Поэтому это вопрос про адаптацию какую-то определенную. Либо же не прикрутка, а ты начинаешь думать на какое-то новое направление бизнеса. Мы таким образом запустили там финтех-компанию, которая абсолютно удаленно работает, никак не привязана к онлайну, к офлайну, и это дало нам тоже решение как бы с позиции денег. У меня чего-то такое, знаете, запитание. Підприємець, він, напевно, майстерно володіє навиком імпровізувати. Це важливо взагалі? Абсолютно, на 100%. Потому что предприниматель, знаете, это постоянная импровизация. Когда человек хочет стать предпринимателем, ну, по крайней мере, за себя буду говорить, да, там субъективная очень точка зрения. Когда ты там обучаешь в школе, я хотел быть предпринимателем, да, там, я хотел быть директором, иметь свой бизнес, потому что у меня был такой стереотип, что я буду там спать до 10, приезжать в 12 на работу, до часу, до 2 я пораздаю указания, и уже в 3 я уеду домой к своей семье. К сожалению, оно в реальности не так немножко, потому что начинается день с 6 утра и заканчивается там около 11 ночи. И ты все время вот на горящем велосипеде едешь, ты все время решаешь какие-то истории. Поэтому
это постоянное лавирование и импровизация. Вы очень точно подметили, да. Импровизировать здесь нужно каждую секунду. Так, я просто, ви знаєте, з багатьма людьми спілкувався, і от цікавить мене одне, що в Україні зараз яка тенденція? Або в IT піти, причому не зовсім розуміти, що буде на виході, або стати підприємцем. І от багато людей якось на цьому, знаєте, обгорають і не доводять бізнес до кінця. Наскільки важливо от у підприємця ось характер в плані того, щоб доводити все до кінця? Это супер важная штука, и мы с этим тоже, я тоже очень много ребят видел, которые, к сожалению, перегорают и не доводят до конца бизнеса, и это происходит, с одной стороны, из-за характера, с другой стороны, из-за нехватки знаний. Люди на момент, много мероприятий и форумов происходит, где говорят, иди, встань и иди, у тебя все получится, бросай костыли, беги, у тебя твой бизнес уже, вот ты его должен запустить. Но штука в том, что оно немножко не так работает. Ну, то есть запустить бизнес не очень сложно. Сложно его потом удержать, сложно его систематизировать. И вот этот момент, про который мы говорили, что из момента искры его нужно превратить в системную компанию. И системная компания дальше уже будет работать. Но как это сделать, для этого нужны навыки и знания. Они, к сожалению, просто так в голову не приходят. Вот просто поспал, с утра проснулся и знаешь, как все делать. Не бывает так. Поэтому для этого нужно учиться, опять же, в тех же бизнес-школах, и получать определенный опыт и навыки для того, как систематизировать свой бизнес, как выводить его на рельсы определенные. Люди, которые это делают, у них все получается. Люди, которые этого не делают, они, к сожалению, закрывают свои бизнесы, потеряв деньги там, через год или через полтора. Є також одне важливе питання. От багато було таких десь... Декілька місяців тому назад тут була одна ідея, яку хлопці хотіли реалізувати, проте в Україні вони не знайшли підтримки. Знайшли підтримку за кордоном, і воно нормально вистрілило, і дає там певний прибуток. Як в Україні бути з цим питанням? От якщо у людини є ідея, яка в перспективі може дати добрий дохід, ну, прям дуже хороший, у кого можна шукати підтримку, або якийсь грант, або інвестиції? Це ж також важливо, інвестиції саме. Очень важно, да. Ну, опять же, у нас есть один из партнерских проектов, это производственный акселератор. Так. Компания, которая выдает инвестиции бизнесам. Так вот, статистика там не очень утешительная. За полтора года работы производственного акселератора всего лишь 10 компаний получило инвестиции. При том, что обратилось 900 компаний. А чему так? Опять-таки возвращаемся к фактору, люди не умеют считать, люди не умеют готовить свой бизнес к инвестициям. У людей, кроме их идеи, к сожалению, там в этом бизнесе нет ничего. Вот эту историю, ну, то есть у нас предпринимательство как таковое, оно развивается только. Дай бог, чтобы мы там через 5-10 лет мы вышли на какой-то определенный уровень, но для этого должно пройти время. Мы довольно стремительно к этому двигаемся, но нужно время еще. И больше, и больше, больше обучаться этому делу. Потому что бизнес — это, в нем нет ничего сверхуникального. Есть определенная логика событий. В каждом бизнесе есть финансы, стратегия, маркетинг, команды. Одна и та же составляющая, независимо от направления бизнеса. Но это все нужно понимать, это нужно ну, как бы делать по определенному такой конве, скажем так, конве бизнес-процессов. Поэтому у нас в Украине, знаете, даже деньги получить под бизнес несложно. Сейчас огромное количество фондов, грантовых организаций. В Украину заходит много грантовых денег, которые мы не умеем брать. Пане ну, Віталій, тут є один дуже важливий момент. Для того, щоб отримати грант, от потрібно, ну, без перебільшення, от стільки паперів заповнити. І іноді ось ці папери, вони досить таки противоречиві. Знаєте, от як з цим бути, з цією бюрократичною історією в Україні? Ви знаєте, у нас є в клубі компанія, которая за полтора, за два года привлекла грантових інвестицій і венчурних інвестицій $4,5 миллиона. Непогано. За два года. Так. И вот мы когда сидели, обсуждали, я говорю, в чем успех? Он говорит, слушай, нет таблетки никакой. Ну, то есть, ты просто берешь, у тебя есть MVP, ну, минимально рабочая версия продукта, да? У тебя есть MVP, и ты как собственник продукта эту версию идешь и защищаешь. С одной грантовой организацией, с другой грантовой организацией. Начинаешь одно, второе, третье, и ты постепенно начинаешь собирать. После они передвинулись уже за рубеж, за рубежом пособирали немного денег. Вопрос в том, что это постоянная включенность собственника. Если собственник готов этот путь проходить, готов этот паровоз двигать, так, скажем так, у него точно все будет получаться. Вопрос в том, что мы в большей мере мы не готовы. Мы один раз попробовали, нам дали отказ, мы такие, все, мы разочаровались, у нас все сложно, у нас все плохо, ну все, никто не понимает мою гениальную идею, а я же придумал такой крутой стартап.
І от тут, пане Віталій, тут важливий також момент, ну, тому що згідно більш ніж 15 років досвіду, і я так розумію, що невдач було багато. Відмовлень багато. Було також багато. От як підприємцю, який тільки намагається, не зламатися під цим натиском? Ви знаєте, мені в якийсь момент дуже сильно допомогла робота з ментором. Такое слово, которое там только там последние 2-3 года, наверное, начало восприниматься там как-то. Давайте его якось визначимо, потому что оно деяких навіть лякає. Да, на жаль. Точно, да. У нас, знаете, как и слово психолог еще там 3-4 так. года назад, там ты говоришь, что я там работаю с психологом, на тебя смотрят как на человека, у которого там уже не все в порядке с головой. Но это на самом деле не так. Ну, то есть ты же идешь для того, чтобы решить какую-то свою задачу, да, там, потому что большинство задач, особенно предприниматель, он не может это решить в кругу своей семьи или в кругу друзей. Потому что, как правило, круг друзей, он очень сильно меняется в моменте. Ты становишься собственником бизнеса, у тебя появляется другой круг интересов. Ты начинаешь больше общаться с людьми, которые тебе интересны, у которых ты можешь поучиться. В этот момент предыдущий круг общения уже немножко отходит на второй план. Просто банально времени не хватает. Так. Поэтому здесь менторство, вот, например, там в своем формате могу сказать, да, это ты перенимаешь опыт более опытного и крутого человека. То есть человек, который уже этот путь прошел, он с тобой им делится. И ты, начиная, скажем так, внедрять какие-то его решения, перекладывая, применяя его к своему бизнесу, двигаешься просто быстрее. В моем случае точно так же. Это человек из бизнеса, который там старше меня, который имеет больше опыт в бизнесе, у него уже большой бизнес. И он непосредственно помогает и рассказывает тебе, как это делать, как проходить это, какие, с какими сложностями ты можешь столкнуться. То есть тебя за руку ведут. Вот это самое простое объяснение. Непогано. А як от початківцю, підприємцю, так, знайти цього ментора і зробити так, аби цей ментор захотів з ним поділитися досвідом? Ну, просто наскільки я знаю з власного досвіду, що люди, знаєте, не дуже охоче діляться власним досвідом. У нас в Україні в цілому, да, там существує якась така тенденція, вона, кстати, міняється, це дуже круто, на самом деле, тому що раніше существувала така тенденція, що ми дуже закриті. Так. Мы очень боимся делиться своим опытом, делиться своими победами, делиться своими поражениями, потому что сразу ожидаем, что где-то прилететь должно что-то. Если у нас все хорошо, то мы ждем какую-то проверку, да? Если у нас все плохо, мы переживаем за то, что кто-то будет сидеть, злорадствовать и станет еще хуже. Так. Ну, то есть, где-то поделиться каким-то своим положительным опытом, кажется, о, слушайте, ну вот я сейчас ему расскажу идею, он заберет ее, реализует быстрее, чем я, и все, я не успел. К сожалению, мы в этом очень сильно отличаемся от западной культуры. Потому что там все, что происходит на Западе, те же Штаты, например, да, они с радостью рассказывают это. Они очень легко делятся. Там в той же Силиконовой долине очень легко и быстро можно через одно рукопожатие найти кого угодно. И с тобой идти. Не сим? Нет, даже через одно. Ого. То есть и тебе расскажут, тебе подскажут, с тобой поделятся, скажут, туда не иди, иди сюда, вот тут тебя встретят, вот там тебе помогут. Ну, то есть вот эта культура там сильно впереди нас, но мы в это же идем на самом деле. Почему я сказал, что радует, что у нас это меняется уже потихоньку, да? И те же бизнес-сообщества, их сейчас очень много. Так. И в этом есть тоже определенный кайф, потому что там как раз люди встречаются для того, чтобы обмениваться опытом. Поэтому если предприниматель, который имеет свой бизнес, начинает его развивать уже или там вышел на какой-то определенный этап развития, первое, что нужно делать, когда вот уже система начинает налаживаться, пытаться вылазить из своей коробки. Так. Потому что, ну, то есть мы же каждый день проводим в своем бизнесе. Мы там знаем все идеально о своих сотрудниках, о планах на день, у нас там поминутно все расписано. Но это все в пределах нашего бизнеса. Вовне существует огромный мир, так, где есть миллионы разных решений. И у меня неоднократно было такое, что ты какой-то путь проходишь сам долго, а потом на встрече с ребятами где-то услышал одну мысль и понимаешь, я же мог это сделать в 3 раза быстрее. Поэтому точно есть смысл расширять круг общения, общаться с людьми, которые немножко выше вас, немножко сильнее вас, и учиться, 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 учиться. В то же время вы можете быть полезны таким же ребятам, как и вы, только которые проходят там ваш путь еще год назад, условно говоря, которые немножко слабее вас. Помогайте им, подсказывайте им, в этом нет ничего страшного. Никто не отберет у вас ваш бизнес, никто никак не заберет вашу идею. Вот это взаимодействие. І хочеться почути вашу експертну думку, як же ж все ж таки, коли спіткала тебе невдача, як не зламатися і далі рухатися вперед? Ви знаєте, є класна там
книга «7 навыков высокоэффективных людей». Кови написал. Кови, так. Да. Вот там это прямо очень четко расписано все, один из примеров, да. И, ну, тут может быть несколько советов. Однозначно были неудачи. Однозначно бывает такое, когда сидишь дома, приходит там конец месяца, ты понимаешь, что от тебя все чего-то ждут. Где-то тебе надо поздавать отчеты, где-то тебе надо выполнить свои обязательства, где-то выплатить зарплаты и все остальные моменты. А тут еще и куча внешних факторов каких-то. И это сложно. Эмоционально сложно, потому что в какой-то момент кажется, слушайте, да ну в баню это все, пойду я лучше работать на должности топ-менеджера, получать своих там 2-3 тысячи долларов зарплаты и не думать никаких о перспективах, планах или еще чего-то. Но вопрос в том, что однажды став на путь предпринимательства, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Ты уже вкусил вкус этой свободы, ну где-то это свобода, где-то это еще не свобода, но тем не менее... Ты понимаешь, для чего ты это делаешь. И вот здесь вот, ну, как бы, когда вот совсем плохое настроение, не едьте на работу, поедьте, походите где-нибудь возле воды, поменяйте немножко на день сурка, вот этот смените немного, да, там, попробуйте сделать что-то по-другому. Другой маршрут на работу, я не знаю, там, встретиться с кем-то из друзей, знакомых, немножко разрядиться, перезарядить себя внутренне. Потому что бизнес все-таки это, он создается из амбиций собственника. Так. Для реализации целей собственника. То есть бизнес и собственник — это две связанных вещи. И если у собственника нет энергии, нет заряда, нет мотивации, то в бизнес это очень сильно чувствует. Когда вы, как руководитель, приезжаете на работу с плохом настроении, и в первых там, 5-10 минут вы всем пораздавали по шапке, глупо рассчитывать на то, что эти люди будут целый день работать. Так. Они в ближайших 2-3 часа будут обсуждать, какой руководитель плохой человек, и почему он так сегодня утром всем испортил настроение. Поэтому, ну, мой совет в том плане, что если все-таки чувствуете, что вот такое вот максимально депрессивное какое-то настроение, бывает такое, это, ну, как бы, это жизнь. Поэтому сначала разберитесь с ним, немножко стабилизируйте его, даже, может быть, и в офис не ехать. Когда немного выровнялись эмоционально, потом уже едьте и заряжайте команду. Потому что собственник — это батарейка. Он не может быть в плохом настроении с командой. Он не может быть, он не может не знать, чего делать. То есть это человек, за которым идет команда. И вы всегда должны быть впереди, вы всегда должны быть включены, вы всегда должны показывать путь, куда мы идем. Потому что если вы не знаете в какой-то момент, то команда, ну, она будет сильно демотивирована точно. Особенно, когда там куча внешних факторов и вокруг паника. Так, ну, ви знаєте, прекрасно, що ви сказали про такі ось важливі моменти, що керівник, там, директор, власник, він не може бути в поганому настрої. Проте ми, якщо повертаємося до українських реалій, то трішки все по-інакшому. От як бути з цим? Тому що, ну, от реально, з власного досвіду, приїжджає керівник, ге-гей, усі під одну, і реально, ну, 2-3 години ніхто не працює, тому що, по-перше, ніякої мотивації, по-друге, ну, взагалі ніякої мотивації. Ну, типу, це якось цим боротися. Слушайте, да, здесь вопрос к собственникам на самом деле. Ну, то есть, это умение правильно работать с собой, умение правильно ставить себе цели и понимать, ну, и понимать результат или последствия того или иного действия. Так. К сожалению, мы тоже не привыкли смотреть и смотреть на вот эти результаты наших действий, да. Потому что в моменте, когда вы в плохом настроении, даете там всех под одну гребенку, да, на работе, вы же не думаете о том, что будет дальше. Хотя вот в моменте вы можете быть просто, вас кто-то раздразнил на дороге, я не знаю, там водитель приехал не вовремя за вами, вы попали в дикую пробку какую-то. Ну, много факторов. Да, какой-то контракт не состоялся, ну, что угодно может случиться. Но мы должны четко понимать, что нашим настроением и нашими действиями они имеют результат какой-то. Если мы хотим, чтобы этот результат был положительный в первую очередь для нас, то мы должны соответствующие действовать. А если нам не важно, какой результат, ну тогда мы можем дать всем по шапке, да, и тогда полдня ребята будут не работать. Слухайте, ну прекрасно, що в Україні, в принципі, ця тенденція змінюється. Точно. І от ваша експертна думка була важлива в цьому плані. Ну і давайте на завершення. Одне таке запитання, але дуже важливо. Якщо ми повернемося десь, ну, наскільки, можливо, ви мені підкажете, ну, на років 15 чи 17, ось в той час, коли ви тільки починали свою першу справу, яку пораду ви тодішньому б собі дали, перш за все, зараз? Їх дві. Так. Первое — это не бойся, потому что страшно будет все время. Кажется, что вот страшно начать бизнес. Нет, не страшно начать бизнес. Ну, вернее, страшно, но немножко, да. И в моменте кажется, что потом, когда ты начал, уже станет легче. Страшно все время.
На каждом этапе тебе все время ты чего-то переживаешь, ты чего-то опасаешься, ну и начинаешь вот эти истории прорабатывать. А второй момент — просто брать и делать. Вот это то, что не умеют люди делать, да? У меня много друзей, которые часто говорят о том, что а вот тебе так классно, у тебя есть бизнес. Я так хочу бизнес. Я говорю, а что ты не делаешь? Ну, ты понимаешь... Это выправдание, как правило. Оправдание, знаете, какое в этой всей истории? В чем отличается предпринимательство от наемного сотрудника, да, там как бы? Это стабильность. У наемного сотрудника есть определенная стабильность в виде заработной платы ежемесячно. Так. И вот эта стабильность, она напрочь прибивает предпринимательские какие-то факторы. А чему так? Потому что здесь у вас нет риска никакого. Вы работаете, вы каждый день знаете, что вы приходите в одно и то же время на работу, вы выполняете одни и те же функции. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, где-то вам дали премию, где-то вам не дали премию. Но, условно говоря, у вас есть постоянная стабильность в виде заработной платы, на которую рассчитываете вы, на которую рассчитывает ваша семья, ваш ребенок и ваши обязательства, условно. В предпринимательстве этого нету. Эту стабильность нужно выгрызть. Так. Выгрызть, выстроить, с командой выработать. Это длинный путь, на который решается как раз немного людей. У нас в Украине, по-моему, сейчас 1,5 миллиона предпринимателей. 1,5, 1,6. И вот это те люди, которые на это решились. А других побеждает стабильность. Тобто ми зараз знову ж таки перейшли до такого легкого майстер-класу. Потрібно ризикувати. Предпринимательство — это постоянные риски. То есть постоянные риски в принятии решений. В моменте никто же не знает, как делать правильно. Ну, то есть, да, есть какой-то кейс бизнес-школ, например. Да? Кто-то в бизнесе делал вот так. Вы точно не знаете, как это сработает у вас в бизнесе. Вы точно не знаете, какие результаты это даст. Вы предполагаете. Такая игра вероятностей. И вы предполагаете, что это так случится. И вот самое главное — потом взять на себя ответственность и взять это и сделать. Потому что вот брать ответственность за риски, за неудачи — это как раз сложно. И мы редко даем себе право на ошибку. А право на ошибку — это нормально. Нормально ошибаться. Ошибаются люди, которые что-то делают. Не ошибаются те, кто ничего не делают. И в этом вот основной фактор. Бери, делай, ошибайся. Поправляй, работай над ошибками, делай еще раз. Пане Виталий, останнє вже питання, і воно філософське. Давайте. Підприємцем реально стати, чи їм все ж таки варто народитися? І на вашу думку. Реально стати. Реально стати кому угодно, на самом деле. Главное, чтобы вот это желание внутри, оно родилось. Когда есть желание, когда есть вера в себя, когда есть понимание, что ты можешь что-то дать полезное людям, семье, обществу, в целом стране, да, ты пытаешься тогда становиться на этот путь и начинаешь это делать. Если достаточно, ты пытаешься ограничиться каким-то базовой там историей и достаточно иметь фикс заработную плату, вряд ли это чувство будет развиваться. Но точно набувные, знаете, как говорится, ну, то есть обучение, практика, работа над ошибками, пробы бесконечные. И это точно приходит. Каждый раз ты оттачиваешь эти навыки, становишься лучше, 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 лучше. Обрастаешь таким же кругом друзей, у которых точно такие же неудачи были. И клуб предпринимателей там в этом плане, знаете, часто бывает такое, что мы садимся, разговариваем, и ребята делятся там, а у меня вот это вот случилось, у меня вот это вот случилось. Слушай, я это проходил уже, а сделай вот так, вот так, вот так. Это такая себе закрытая группа, где ты говоришь с людьми на одном языке. И в этом огромный плюс этого всего, потому что нет предпринимателей, у которых вот так вот все случилось. Когда там ты продал бизнес сразу, там выстроил его за месяц и продал его за 2 миллиона долларов, и все, ты на коне. Не бывает такого. Ты проходишь один длинный путь, обучаясь, развиваясь, делая ошибки. Только так. Иначе это не работает. Надеяться на то, что оно сработает по-другому как-то, тоже глупо. А, понятное дело, что сейчас Инстаграмы, ТикТоки и все остальное говорят, эй, давай делай, там, продавай товары из Китая, ты завтра будешь миллионером. Ну нет. Есть реалии, какие потребно враховывать. Пане Виталий, я вам безмежно вдячний за майстер-клас. Спасибо вам за приглашение. Ви знаєте, мені здається, що після нашого інтерв'ю плюс там 100, 200, 300 тисяч підприємців уже одночасно. Друзі, щоб у вас був час грамотно спланувати це все і обов'язково дотримуйтесь тих порад, які прозвучали у нашій ринковій студії, щоб у вас був для цього час. Привіт, мене звати Макс Сербін, і я дуже сильно хочу, щоб ви стали успішним та підкорили цей світ. Все, що вам для цього потрібно – YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар і насолоджуватися матеріалом.